Татьяне Ивановне Ивановой. Здравствуйте. А еще член политсовета политической организации национального возрождения «Свободная Русь». В 93-м мы вели передачи из парламента, из Дома Верховного Совета и рассказывали о том, как уничтожают нашу страну. Нам тогда не очень-то верили. Ждали хорошей, сладкой халявы. Потом 95-й помощь КПРФ в выборах, программа «Время». Теперь радиопрограмма «Свободная Россия». Время сложное, сложнейшее. Можно говорить, победа будет за нами. Но почему мы пришли к этому? Почему мы вновь заговорили о победе? Как и 60 лет назад мы вновь заговорили о том, что нам нужна победа. Почему? Да, она нам нужна. Одна победа на всех. А почему мы все по разным площадям? Даже нам одна нужна победа. Странно, но все те, кто вырос на этой земле, кто родился, чьи предки лежат в этой земле, разошлись по разным площадям. Коммунистов много, партий коммунистических много. Почему нам нужна одна победа? Почему православные русские люди в другом месте? Нам нужна одна победа. Почему нам до сих пор не удалось победить и почему не удалось сплотиться? Вопрос, наверное, многие знают на него ответ, но не решаются произнести вслух, потому что мы так привыкли к разным лозунгам, к разным словам. А потому что враг у нас не только внешний, но он и внутри враг. Внутри страны он растаскивает нас по разным площадям. Морочит нам голову разными установками, разными лозунгами. Почему? Так надо, так с нами легче справиться. А основная причина, почему мы до сих пор не победили, потому что молчит, потому что в раздумье осмысливает и взвешивает все костяк нашей страны, основа нашей страны, русский народ. Он еще не объединился, он еще не понял, куда идти, во имя чего. Не смог еще объединиться. Объединиться, поднимется, тогда и все народы поднимутся. Потому что с русским народом, за русским народом, как за каменной скалой, не пропадешь. И сегодня много говорили о победе, о роли коммунистической партии в победе, о роли большевистской партии в победе. Я напомню слова верховного главнокомандующего Сталина Иосифа Виссарионовича, который хорошо знает, как ковалась победа, кем она ковалась, и кто основной костяк, оплот, кровь основная победы. Итак, эти слова он произнес, Сталин произнес на приеме в честь командующих фронтами Великой Отечественной войны 24 мая 1945 году. Товарищи! Я хотел бы поднять тост за здоровье советского народа и прежде всего за здоровье русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. Спасибо ему, русскому народу, за его доверие. За здоровье русского народа. Поднимется русский народ, поднимутся все. И только вместе мы сможем победить, спасти нашу землю. У нас есть общее, у нас общая земля. Наша русская земля, на которой живут разные народы, которые ее любят, на ней работают, созидают. И это общее, на чем мы все можем объединиться. Поднимаемся, побеждаем. Да, победа будет за нами, но сначала надо подняться. С праздником! Выступает секретарь-координатор большевистской платформы КПСС Татьяна Михайловна Хабарова. Тогда мы просто всем подойдем, тогда простимся, ждем 22 июня. Сейчас вот сразу говорю, мы перестраиваем уже орг структуры, выстраиваем. Начинаем жесткую такую.
упорную работу партии. И будем объявлять по радио все наши следующие ходы, действия, просьбы. Если вы слышите, что вот там что-то какое-то мероприятие, позвоните всех ваших знакомых, кого знаете. Потому что кто-то упустил, кто-то слышал и не услышал. Чтобы взнос обязательно платить, потому что вы так есть, вы не можете. Это нужны дать. Да, детство, вы должны это помогать материально. И будем прям собирать. Московские по районам, московские организации, московские областные. Здесь у нас колонки, фасад, и мы хищники, и как это подбирается? Расчетный счет или вот другой счет? А куда сейчас собираетесь? К Жукову сейчас. Смотрите, мы все Как вот эти руки надо отдать? Ну, неплохо иметь центральный штаб, куда можно прийти. Работаем с этим. Помогайте. Кто может, как журналист, вы пили тоже, давайте. Думайте, находите таланты, кто что может. Вот сегодня здесь и художник был, который взялся сделать там плакаты. Хорошо. Вы чехали, да? Ну, я вообще-то. Он на Кинске.